Всем привет! В этом видео я покажу и расскажу, как вы можете поднять FPS в игре Ark Survival. Совсем недавно я прикупил себе эту игрушку для того, чтобы поснимать ее на канал. Зашел в нее и увидел печальные 40 FPS на средних настройках без записи. Соответственно, этот результат меня не устроил. Я решил каким-то образом поднять этот FPS хотя бы до 60 стабильных. Поэтому в этом видео я подготовил подборку способов, которые 100% помогут поднять тебе FPS. Это я уж гарантирую. Также подпишись на мой канал и не забудь поставить лайк под видео. Ну и пиши конструктивные комментарии. Кстати, хочу объявить небольшой челлендж. Один просмотр равно одной подписке. Я сейчас иду к цели 5000 подписчиков. Для этого мне еще нужно 1500. Я надеюсь, что каждый, кто посмотрит это видео, и особенно кому я помог, просто нажмет кнопку подписаться. Я уверен, что это вам не тяжело. Ну а вы поможете мне тем самым дойти к моей цели. Спасибо. Приятного просмотра. Кстати, рекомендую использовать все способы с этого видео, потому что по отдельности они попросту могут не сработать корректно. Я думаю, что мы начнем с самых эффективных способов, ну и закончим способами, которые не сильно влияют на производительность, но тем не менее полезно знать. Поехали. Итак, первый способ – это параметры запуска игры. Все эти команды будут продублированы в описании под видео, ну а также вы их видите у себя на экране. Для начала я расскажу, что делает каждая из этих команд, ну а потом мы будем поочередно это все вставлять. Итак, первая команда, которую вы видите, она используется для процессоров, в частности многоядерных процессоров. То есть эту команду стоит использовать, если у вас процессор там от 6-8 ядер, тогда есть смысл от этой команды. Следующая команда, она заменяет шейдерную модель со стандартной на более меньшую, то есть, соответственно, прибавляет вам FPS. Там рекомендую выставлять четверку, не менять ничего другого, просто используйте все, скажем так, как у вас здесь прописано. Следующая команда, No Man's Sky. Она отключает все эффекты неба, ну, соответственно, это прибавляет вам FPS. Следующая команда, Low Memory. Ну, ее следует использовать только тем, у кого мало оперативки. В частности, если у вас там 4 гигабайта оперативки, то обязательно используйте эту консольную команду, потому что без нее, ну, просто никуда. Следующая команда заставляет запускать игру в Direct 10. Соответственно, это ниже, чем последняя версия Direct. Следующая команда – Hide. Она задает высокий приоритет работы для вашего процессора на данную игру. Ну и, в общем-то, все. Я объяснил, как эти команды работают и, в общем-то, что они из себя представляют. Соответственно, если у вас не многоядерный процессор, первую команду можете не использовать. Ну и соответственно, если у вас больше 4 гигабайтов оперативки, то команду Low Memory можете не использовать тоже. Итак, закончили редактировать эту строку. Дальше переходим в Steam, библиотека, ищем Ark. Далее нажимаем правой кнопкой мышки и нажимаем на свойства. Дальше выбираем установить параметры запуска игры. Ну и вставляем туда нашу строку, которую мы отредактировали. Дальше нажимаем ОК. Соответственно, здесь вы уже можете играть в Ark, но я рекомендую сразу досмотреть это видео до конца, увидеть все способы, все их проделать, ну а потом уже заходить в игру. Итак, дальше у нас идут более легкие способы. Здесь ничего редактировать попросту не нужно. Мы нажимаем сочетание клавиш Windows плюс R, и в открывшемся окне мы пишем такую команду msconfig. Также она продублирована в описании, и ее сейчас вы видите у себя на экране, msconfig, после чего нажимаем Enter. В открывшемся окне переходим на вкладку «Загрузка». Далее выбираем дополнительные параметры. Дальше у вас открывается вкладка, где написано число процессоров и максимум памяти. Я рекомендую поставить галочку напротив числа процессоров и выбрать максимальное значение ядер вашего процессора. К примеру, у меня 4-ядерный, поэтому я выбираю 4 ядра. Также можно задать максимум памяти. Это используется в данный момент оперативная память. Я, например, могу выбрать все 16 гигабайт, которые у меня есть. Ну а вы можете уже, в общем-то, и не выставлять там галочку, ну или же выбрать, к примеру, там 30% от вашей оперативной памяти, которая у вас имеется, ну или же 50%, зависит от того, что вы еще хотите делать, когда играете в Ark. После чего нажимаем ОК и нажимаем «Применить». Далее нас просит перезапустить компьютер. Мы должны это сделать обязательно, потому что если мы не перезагрузим компьютер, наши изменения попросту не сработают, поэтому перезагружаем. Итак, если у вас видеокарта не от NVIDIA, то на этом все способы для вас заканчиваются. Ну а соответственно, если у вас видеокарта от NVIDIA, то продолжайте смотреть это видео. Итак, следующий способ – это выбрать приоритет на оптимизацию в панели управления NVIDIA. Для этого мы нажимаем правой кнопкой мыши по рабочему столу. Там мы выбираем панель управления NVIDIA. После чего у нас открывается вот такая вот менюшка. Лично у меня она на английском языке, у вас возможно и на русском.
Просто делайте то, что я показываю на экране, и никаких проблем у вас не возникнет. Зачитывать я это не буду для того, чтобы вас не путать. Здесь мы должны будем поработать с папочкой 3D Settings. Выбираем первую строку. Здесь у вас открывается вот такая менюшка, и я не знаю, где у вас стоит галочка, лично у меня она стояла на втором месте, и ее нужно передвинуть на третье, и выбрать с качества на приоритет оптимизации. Соответственно, это просто передвигается мышкой влево. Дальше мы нажимаем Apply, это у вас будет там написано применить, и можем это закрывать. Итак, следующий способ это так называемый бонусный. Я не уверен, что он подойдет и нужно вам его использовать, но тем не менее, если у вас видеокарта от NVIDIA, то можете попробовать, возможно вам он тоже прибавит FPS. Вам нужно скачать приложение GeForce Experience. Это приложение имеет большой функционал, но мы просто воспользуемся вкладкой игры. Ищем там игру Arc, заходим в подробнее и видим вот такую вот кнопочку оптимизация. На данный момент у меня ее нет, у меня все показано, что оптимизировано по максимуму, но если у вас есть зеленая кнопочка оптимизировать, вы можете нажать на нее. Тем самым Arc оптимизируется еще больше, это сделает все за вас компьютер, ничего выбирать вам попросту не нужно будет. Ну и на этом все хорошие способы заканчиваются. Рассказывать про апдейт драйверов я не буду, это бессмысленно, но это нужно. Я думаю, это вы разберетесь уже сами, если вам это нужно, вы это сделаете. С помощью этих способов лично я поднял себе 60 FPS. 60 FPS, которые вполне играбельные, графика не проседает и все просто отлично. Также хочу напомнить вам про наш челлендж, один просмотр равно одной подписке. Так что обязательно спускайся вниз и подписывайся на мой канал. Также не забывай нажать лайк или же дизлайк этому видео, если тебе помог или же не помог этот видос. Ну а также пиши в комментарии, сколько FPS я смог тебе поднять. Самые лучшие комментарии я пролайкаю, ну а также они попадут в следующее мое видео. В общем-то, активничайте. Всем спасибо за просмотр этого видео и до новых встреч. Пока.